понимаешь, вот с чего все началось. Нельзя вот так вот легкой стопой просто как бы отмахнуться от мяча. «Зенит» наказывает моментально 2-0. Очень много ног чужих мешают. Они прострел. Удар поворотом 1-0 на 9-й минуте. «Зенит» выходит вперед. И мяч забивает Клаудиньо. Классная атака. Да, и даже вот огромное количество защищавшихся не помешали. Постовой будет забить, нет. Круговому другу своему отдает эту передачу. Круговой. И ой! Мама мимо! Это ушло Хобута. Это ушло Файклау. Файклау Диньо. Действительно, моментов-то немного, ударов немного. Но в девятину. Бам! И тащи. Мостовой, подача в штрафной площади, Сердар Азмун пытается нанести удар. Клаудиньо подхватил мяч, открыл счет. 8-я минута. «Зенит», «Динамо» 1-0. Да, второй матч подряд Клаудиньо забивает, он забивал «Спартаку» и вот забил через 5 дней на этом же стадионе «Динамо». Вот передача Клаудиньо, которая могла все вообще перечеркнуть и заставить какими-то красками заиграть. И ответный пас на Клаудиньо, и удар, и гол! Вот так вот! Из ничего, казалось бы, из пустоты, из той самой рабочей рутины вдруг возникает первый праздник для «Зенита» в этом матче. С рикошетом, но все-таки забивает Клаудиньо. Кузяев с киткой! Ой-ой-ой! Тяжело будет Торпедо
совсем отыграться. На левом фланге не вернулись, игра раскрылась. И, конечно, выход Клаудиньо становится фактором X для этого матча. Бабкин везде. Традиционно попадает в лицо Бабкину. Чудеса восстановления. Клаудиньо бьет и пропускает Ломаев. 2-1. 2-1. Зенит не просто отыгрывается, но и достаточно быстро выходит вперед. Клаудиньо. Так что он в столовой великолепной компании находится. Почти уже. Ох, какая ошибка Селихова и мяч в сетке ворот. Но кто мог представить себе, что мяч, который, конечно, должен был быть забит сегодня, будет забит вот так. Александр Селихов просто уронил, возможно, чемпионский гол в собственные ворота. Может быть, интересно, уже теперь Ахмат не добегает в оборону Касьера. Клаудиньо здесь рядом. Ох, классно. Хватывает Клаудиньо. Ох, это шедевр. Это просто красиво. Это, на самом деле, красивый футбол. И Клаудиньо делает счет 2-0. Это стоило увидеть. Вживую. Красота. Очень много передач назад. Как ошибается по Мадзузе. Это, конечно, выглядит как приговор, честно говоря. И подбор, но, тем не менее, Вендел выбирается из этой ситуации и ждет передачу на ход. Вендел может быть один на один. Катит на Клаудиньо. 3-0. Уничтожает «Зенит» соперника в контратаках. Вертикально, быстро, стремительно, без пауз. С минимальным количеством касаний. Длинный разбег. Клаудиньо. Удар. Переиграл он Гойла. Обманул. Показал, что будет бить влево от себя. Дальше Гойла завалился. И мяч пошел тихо, не сильно, но уже совсем в другом направлении. Вендел тем временем около штрафной площади. Отлично вырезает передачу. Все это смотрелось очень эстетски. Правда, до адресата не дошло. Еще один удар. Клаудиньо и гол. Какая бомба влетает в ворота Оренбурга. Сысуев, правда, показывает, что надо было Клаудиньо держать. Ну вот бил-бил, да, как Александр Пиджаков. И этому девизу забил. Последовал и отличился в очередной раз. Наверное, это логично.